Всем привет! И это видео я снимаю, чтобы рассказать о том, что же мне подарили на день рождения. Мой день рождения прошел, один подарок я не принесла. Я все тут вокруг разложила, чтобы снимать. Ладно, покажу его чуть-чуть позже. Это самый большой. Так, медведь, не падай. Ты со мной. Окей, все хорошо. Медведь чуть-чуть отметил моего дня рождения. Вот. Короче, что же мне подарили на день рождения? И что я планирую еще новое раздавать, потому что что-то совсем выпало из колеи. И ничего не раздавала. Вообще, как у меня совесть позволяет мне это делать. В общем-то, первое. Так, я тут попрятала за собой. Сейчас достану чуть-чуть. Так. Мне подарили вот такой вот мешочек. Прекрасный. В общем, буду в нем хранить карты. Я думаю, метафорические карты очень хорошо будут жить в таком мешочке. Вот. Ну, также там денежки положили. Это тоже денежки. В общем, самый практичный и простой подарок. Да, часть денежек я уже потратила. Купила вот такие вот очочки. Еще две пары очков я заказала, они будут позже. Ну, их мне делают. Там я заказала с коррекцией зрения, а эти взяла без коррекции. Сейчас я вам покажу. Мне муж утверждает, что это мужские очки. Я ему говорю, нет, это стиль унисекс, и не надо мне рассказывать сказки. В общем-то, расскажите мне, идут или не идут. В общем-то, вот такие вот очки. Я их купила, потому что они поляризационные, и я очень люблю поляризационные очки. И для дороги, в принципе, когда вот эти вот блики, их очень полезно одевать и носить. И в них чаще всего вода, когда ты едешь на море, очень-очень красивая. Вот у меня когда-то были полароиды, кстати, я там полароиды одни отдаю, да, вот сейчас. Давайте покажу их сразу же. Вот, если кому-то нужны такие полароиды, там всего лишь отпало, нужно пойти в ремонт, чтобы подобрали гаечку и прикрутили ручечку, а так они очень клевые. Ну и чуть-чуть там ободранное ушко, но ушко это вообще не критично, я считаю. В общем-то, да, вот такие вот у меня новые очки, скоро еще две пары будут, поэтому если я буду находить еще свои очки кучу, которые, вы знаете, я не покупаю, а потом иду, покупаю несколько пар. Да. Так, с купальниками было, но купальники уже я не знаю, где я дела. В общем, уже у меня нету купальников. Так, духи мне подарили. Elizabeth Arden Green Tea. Нектарин блоссом, да? Запах нектарина. Так, как их тут открывать? Я не знаю, сейчас понюхаем. Я не знаю, что это за аромат. Сейчас мы понюхаем его и узнаем. Так. Пам-пам-пам. Пам-пам. О, пошло открывать. Да, если мне не понравится, то первоочередное право будет у моей дочери эти духи получить. Ну, а если ей они тоже не подойдут, то я легко их разыграю. Поэтому следите за моими новыми выпусками, где я скажу, подошли они дочке, не подошли. И, возможно, я их разыграю вот такие вот клевые духи. Так. Опа, опа. Ну, пахнут приятно. Вот, три раза. Все духи, когда они новые, первые, я не помню, они на третий или на третий раз, по-моему, должны пшикать. Сейчас понюхаем. Ну, интересный такой аромат. На руке у меня ничего нету. Сейчас я попробую, каково они будут на руке. К сожалению, у меня есть такая особенность. А может быть, это к счастью... Ой, что-то мне оно пока... Что все ароматы, когда мне могут нравиться там на подружке, все, я могу просто вот так, знаете, балдеть, как наркоман, стоять, нюхать вещи с этим запахом. Но как только я на себя наношу, как только я чуть-чуть поношу этот аромат, все, он меня, ну, дико раздражает, чуть ли не до головной боли. И так со всеми, даже супер-пупер дорогими, вот исключение Нина Ричи Премьер Жур, это те духи, которые я знаю, что мне 100% подходят. Со всеми остальными, сколько я не пробовала брендовыми, у Нины Ричи даже линейку брала, мне ничего не подходит. Ну, вот эти вот сейчас посмотрим, подойдут или нет. Я пробовала очень много. И я, в конце концов, забила на это все и только Премьер Жур пользуюсь. Посмотрим. Так. Ну, если честно, на мне, то есть вот там нотки есть какие-то в глубине, которые мне очень нравятся, но поверхностно вот у меня какой-то и первый пошел, как-то я хапанула вот этих ярких флюидов, и пока что я как-то не сильно, не знаю, посмотрим. Ну, четкого отрицания нет, но в то же время вот есть нотки уже проявляются.
Знаете, есть такой компонент какой-то, с одной стороны есть какие-то нотки, которые раздражают, а с другой стороны есть какие-то нотки, в которые хочется погрузиться. Я не знаю, тут расписывают или нет, какие ароматы. Да, тут есть какие, но что-то... Не, это что-то инфлама вавил, это что-то не то, наверное. В общем, не знаю, ну в интернете можно почитать, какие здесь нотки, но это нектарин блоссом, то есть с цитрусовым ароматом. Я вообще, цитрусовый аромат меня всегда привлекает, но не знаю, не уверена я, что он меня в этот раз привлечет. Так, сейчас еще гляну, тут ничего больше, по-моему, не осталось. Еще из на деньги, которые мне подарили, я уже купила вот такие вот себе биодобавки. Это аминная кислота, триптофан. Всем-всем рекомендую, кто в депрессии, у кого проблемы со сном, попробуйте триптофан. Это аминокислота, которая содержится в мясе, которую мы получаем из мяса, и бывает, иногда нам ее не хватает. И эта аминокислота, она является строительным материалом для гормонов мелатонин и серотонин. Мелатонин отвечает за качество сна, его даже продают чистым для сна, но говорят, что когда чистый мелатонин употребляешь, то организм начинает его меньше вырабатывать. А это получается, мы даем организму достаточное количество строительного материала для этих гормонов. Ну а серотонин, я думаю, вы знаете, что это гормоны счастья, и это все очень хорошо. У меня через пару дней уже приема, знаете, я становлюсь такая беспричинно счастливой, беспричинно счастливой я становлюсь, вот такой вот я за собой замечала, и периодически я пью для нормализации сна, так как у меня очень большие проблемы со сном бывают, у меня очень такая подвижная нервная система, и поэтому я, в принципе, с детства, ну не с детства, с юности, там, когда читала характеристики какие-то, все типов личности, гороскопы и прочее, то я понимала, что вот, что у меня нервная система, да, иногда просит, требует отдыха, и нужно ее укреплять, я не умею отдыхать, я если работаю, то работаю, то есть я вот в YouTube как вцепилась, да, там, я, ну, я просто очень удивилась, когда увидела, что у меня на канале уже более 60 видео, и я реально, я каждую минуту думаю, так, я вот за сыном не могу, стараюсь поехать на машине, если из садика его забираю, чтобы на машине забрать и привезти, потому что я не могу идти с телефоном и ничего не начать снимать, каких-то жучков, еще что-то, у меня миллион идей, то есть, как что делать, и я просто уже разрываюсь от всех своих идей. В общем-то, да, поэтому мне надо уметь отдыхать, и из-за своей вот этой вот... энергичности, которая периодично бывает у меня, я могу себя очень сильно вымотать, и у меня могут быть проблемы с засыпанием и со сном. Поэтому вот эта аминокислота, я сейчас, как раз она у меня на этапе испытаний, и пока что я уже год с ней экспериментирую, там, то пью, то не пью, то уменьшаю дозу, то увеличиваю, пока что она меня очень радует. Вот, это что еще? Еще я на те деньги, которые мне подарили, купила, как я уже рассказывала, да, электроплиту. Она настольная, да. Я хочу попробовать, если нам понравится, у нас встроенная электроплита. И если нам понравится, в принципе, у нас из 4 конфорок мы пользуемся только 2. Поэтому я так подумала, что если нам понравится такая плита, это как она, индукционная, инвертор, да, индукционная электроплита, то, в принципе, можно купить 2 таких электроплиты и поменять столешницу, да, сделать сплошной, чтобы было больше места, и периодически их ставить в шкаф, вот, то есть она занимает место, то есть когда нужна плита, достали. Так, распаковочку плиты я сниму чуть-чуть позже, да, и тест, вот, который я рассказывала, что я там хочу посравнивать. Так, что еще? Так, пока что есть подарочков, больше ничего не вижу. У меня есть еще один большой подарочек, но я его покажу в конце. А пока я быстро покажу те вещи, которые я могу прям сегодня, ну прям сегодня я не успею отправить. Поэтому я тут на пару дней опять уезжаю. Поэтому я сейчас покажу, что я могу отправить. А вы пишите в комментарии, что вы хотите. И не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. А как только я приеду, я тогда из всех желающих, там сколько их будет, 3, 5, 10, выберу рандомным числом, да, на рандоме, выберу, кому отдать. Поэтому подписывайтесь и следите за комментариями, вернусь я буквально через несколько дней, я думаю, скорее всего, даже розыгрыш у меня будет время в понедельник это сделать. В общем-то,
подписывайтесь, ставьте лайки, следите за камерой и обязательно пишите, какую вещь вы хотите. В общем-то, первое, это для детей. 24 размер, вот такие вот тапочки. Очень прикольные, мы их вообще не носили, это Валды наша фирмочка. У Радомира оказалась нога очень плотная и полная, у него высокий подъем. Тут есть резиночки, но ему они все равно давили. И они немножко, вот по сравнению с теми, которые мы носили, они немножко узковаты. Поэтому подойдут для тех, у кого у ребенка узкая нога, и они мучаются, потому что не могут подобрать узкую обувь. И все широкие и спадают. То есть, да, вот такая вот. И единственное, что они без стелек сейчас. Нужно будет докупить, наверное, стелечки нормальные, ортопедические. Потому что я, чтобы Радомиру было комфортнее, экспериментировала и доставала эти стельки. И потеряла их где-то. Где-то они валяются, я их когда-то найду. Но пока я не знаю, где они. Вот. Дальше. Есть вот такие вот шортики. Они на ребенка, ну сколько там, от трех, от двух, наверное, можно до пяти, там, ну, короче, на какой возраст хотите, да. То есть, если ребенок короткий носит, то и на пять будет, ну, не сильно короткие они, вот длина получается, да, вот она длина. В чем у них проблема? У них проблема, они без резинки. Я уже второй год, я не могу, я до сих пор не купила резинку. Поэтому я так их перекладываю. Муж говорил, так положи, я в них вставлю резинку. Я их 5 раз откладывала отправить бабушке, чтобы она вставила. Ну, и я сегодня поняла, ну, почему мне с ними, вот, ну, если я не могу. Ну, в принципе, у него штук 10 шортов, я так и не нашла времени вставить эту резинку. То если кому-то надо, кто-то может вставить резинку без проблем, пожалуйста, напишите, что вы хотите эти шорты, я вам их отправлю. Дальше. Что у меня еще? Вот я нашла вот такие вот Либеро подгузники. Здесь вообще было 6 штук, но, наверное, их меньше. Или они они запакованные, да, значит, 6 штук запакованные. Это подгузники для бассейна. Размер М для детей от 10 до 16 килограмм. Вот, это Либеро для бассейна, короче, все у них отлично. Я их покупала, когда малой был малым. Но мы их уже переросли. Единственное, что тут непонятно, 14-й год. Срок годности 3 года с даты изготовления. Короче, 14 плюс 3, они до 17-го года были. Ну, короче, сейчас они просрочены. Если никому не надо будет, то я, наверное, их выкину. Потому что я не знаю, что с ними еще придумать. Хотя, наверное, где-то подгузники можно положить, чтобы впитывали влагу где-то в каких-то экспериментах. Но, в общем-то, если кому-то надо, напишите, да, подгузники для бассейна. Я без проблем вам их отправлю. Потом, вот такая вот собачка у меня, все никак не то, что все никак, она постоянно просится у меня просто на выход, потому что она постоянно мне попадается в доме. В принципе, это не мой стиль, я люблю вот такие вот мягкие игрушки, поэтому Радомир тоже я не видела, чтобы он с ней носился, плюс у него куча игрушек, поэтому, думаю, отдам, он даже не заметит. Вот. Вот такую вот игрушку. Пишите, кому надо. Дальше. И еще у меня есть вот такие вот туфли. Они не новые, но, как сказать, вот сношенные. Сейчас я покажу, насколько. Да, в принципе, ну вот видно, что даже так не сношусь, да, лабутены почти. Вот, короче, вот так вот они. Слегка я их одевала, но мне вот все-таки по ноге они мне вот тут вот давили немножечко. Сейчас я могу их одеть. И сейчас я вам скажу все размеры. Сейчас их. Оп. В общем-то, как они на ноге. Вот так вот смотрятся, да? То есть очень они прикольно смотрятся на ноге. И вот эта подошва, это мне нравилось, что оно не было сильно видно, что как платформа не кидается в глаза, при этом большой каблук. В общем-то, как по мне, очень прикольно смотрятся. Мне они очень нравятся. Но я реально, вот я их одеваю, мне нормально. Но когда я в них хожу, то вот тут вот все-таки мои ноги не привыкли к такому. Я постоянно хожу в спортивной обуви. И мне непривычно на каблуках. Вот. Размер сейчас еще досмотрите до конца. Я сейчас возьму сантиметр и померяю. И у тапков, и у этих вам скажу. Но вообще предварительно говорю, что на них написано 38. В принципе, 38 я и ношу, иногда 39 могу. Ну, четкий 38 там есть. Вот, а тапки 24. Так, и еще у меня есть вот такая вот штука. Это фонарик. Наверное, не заряжен. Короче,
тут его надо заряжать. Я в нем так и не разобралась. Инструкцию я к нему нашла. В общем-то, это фонарик. Это также, как он называется, заряжать телефон. В общем, я не помню, как это называется. Может, тут написано на русском. Защита, фонарик, грелка для рук и внешний аккумулятор для мобильных устройств. Короче, то есть вы можете его, если вы вставляете, да, в маленькое, вот этот вот шнурок, да, он, то есть USB и мини-USB, в общем, если вы вставляете мини-USB и USB там к ноуту, к розетке, куда угодно, то вы заряжаете его. А если вы включаете наоборот сюда к USB, а здесь к телефону, ну, только тут для телефона, для микро-USB, сейчас уже пошли и новые вот эти вот все, то у меня уже новый телефон, и у меня такого USB уже нету. Ну, можно поменять, но у меня аккумулятор есть этот на 2000, а у меня муж мне уже подарил на 10 тысяч, поэтому как зарядный он мне не нужен, как фонарик, ну, что-то он у меня сейчас не включается, но вообще он включался нормально, возможно, его стоит зарядить. Как фонарик, я фанат фонариков, поэтому у меня есть фонарики более крутые, я люблю Феникса. Из старого такого, что я фанатела. Вот, Феникс и Маглайт. Кстати, мой Маглайт сломанный, надо новый покупать. Вот, поэтому, а как грелка для рук я тоже никогда не пользовалась, потому что у меня руки не так сильно мерзнут, как ноги. А для ног у меня есть грелка для ног. Ну, в общем-то, поэтому... И я нигде так не хожу, чтобы оно мне приходилось, поэтому оно мне не надо. Если вам надо такое, то, пожалуйста, пишите в комментариях, и ну, я повторюсь, до понедельника, в понедельник я вернусь, в общем, кому что надо, я отправлю. Только обязательно напишите об этом в комментарии под этим видео. Так, все. В коробочке, оно тут все клевое. Это я покупала, кстати, это фирма Avon, на удивление. То есть я когда-то листала их каталог и увидела такую штуку и решила купить. Итак, я взяла сантиметр. Так. У босоножек у нас будет размерчик. О, размер 38 по сантиметрам. Ну, 24 четких выходит. Да, 24 у меня есть. Я иногда, конечно, для подстраховки 25 всем пишу. Ну, для себя, когда покупаю. Ну, в общем, 24 там. А здесь размер 24 у тапочек. Неудобно мерить. Их. Ну, короче, 14, 13, 13 с половиной лучше. 14 это совсем впритык, можно попытаться. Но лучше у кого нога 12 сейчас на вырост, да, к осени будет нормальная. Либо 13, 13 с половиной. Ну, либо у кого еще меньше, то можно, в принципе, просить, и когда дорастет осенью или весной уже следующей. В общем, непонятно когда. Но дорастет. Поэтому пишите об этом в комментарии, да, и обязательно не забудьте подписаться, потому что я рассказывала, что очень часто бывает, я пишу, давайте я вам отдам, а человек уже, все, он уже где-то потерялся на просторах интернета. Поэтому, если вы подписываетесь и нажимаете на колокольчик, то вы всегда будете в курсе новых видео и всегда будете в курсе того, что я раздаю, и победили вы или нет, вот будете видеть первыми. Да, поэтому пишите мне. Пишите, пишите, обязательно пишите. Все, сейчас я еще покажу один подарочек, и все. А еще один подарочек, это, угадайте, что? Это бубен, вот такой вот шаманский, да. Я могу выбить что угодно. Но единственное, что, конечно же, для того, чтобы нормально барабанить, то нужно нагревать кожу, поэтому пока что оно может быть такое немножко там... Не такое звучание, какое должно быть. Сейчас я вам побарабаню. На что барабаним? На успех. Давайте побарабаним на наш с вами успех. Я, кстати, сама не знаю, как он звучит, поэтому мне очень интересно будет посмотреть свое же видео. Пока.
так сбивается, ну, буду учиться, буду развиваться в этом направлении. Ну, вообще очень прикольно, вот вибрации от него идут бомбовые. Короче, будем подбирать ритмы, будем барабанить. Всем успеха, всем пока-пока. И да, аромат таки не мой, поэтому ждите в следующих выпусках, либо я Насте его предложу, и если он ей подойдет, то она заберет, а если он ей не подойдет, то мы его разыграем. Всем пока-пока!